Здравствуйте, вы на канале «Правильный выбор». Сегодня на обзоре беспроводной пылесос от компании Dyson, модель V7 Cord Free. В описании к видео оставлю ссылки на лучшие цены этого беспроводного пылесоса. Я очень старался при создании данного обзора, надеюсь, вам понравится. Буду очень вам признателен, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Пылесос легкий и сбалансированный, подходит для уборки высоко расположенных поверхностей между мебелью и под ней. Парковочный модуль легко крепится на стену и может быть установлен в любом месте. Специальная док-станция служит не только для подзарядки, но и обеспечивает удобство хранения пылесоса и съемных насадок, позволяя сохранить больше свободного пространства. Беспроводной пылесос оснащен съемной трубой, благодаря чему легко трансформируется в портативный для удобной уборки труднодоступных мест. Пыль и грязь вытряхивается из контейнера одним движением. Несколько циклонических камер работает параллельно, за счет чего улавливаются мельчайшие пылевые частички. Мусор собирается в контейнер объемом 0,54 литра. Емкость открывается одним нажатием на кнопку, никакого контакта с сором. Универсальная насадка с прямым приводом 35 Вт. Насадка с прямым приводом способна устранить самые сложные загрязнения со всех видов напольных покрытий. Щетинки из нейлона глубоко проникают в ворс ковра, эффективно удаляя въевшуюся грязь. Количество насадок 3, вместительность пылесборника 540 мл. Размер, высота 124 см, вес 2,32 кг. Мощный электродвигатель с цифровым управлением обеспечивает высокую мощность всасывания. Двигатель с цифровым управлением запускается плавно. Это способствует продлению срока его службы. Максимальная мощность всасывания 100 Вт, уровень шума 85 дБ. Эта модель оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 2100 мАч. На его зарядку потребуется 3,5 часа, после чего прибор будет готов к автономной работе. Время работы 30 минут. Время зарядки 3,5 часа. Мощность всасывания регулируется. Помимо обычного режима есть турбо, который может устранить загрязнения в щелях, радиаторах отопления, складках обивки мягкой мебели. Технология Two-Tier Radial. Запатентованная технология позволяет задерживать даже микроскопические частицы пыли. 15 циклонов, расположенных в два ряда, работает параллельно, увеличивая мощность воздушного потока и эффективно отсеивая пыль из воздуха. Режим Max. Сдвиньте переключатель мощности для активации турборежима. Обеспечивает до 6 минут работы с увеличенной мощностью для решения сложных задач. Я провел анализ отзывов в интернете реальных пользователей данной модели, и сейчас расскажу, на что жалуются обладатели этого беспроводного пылесоса, а после перейдем к положительным отзывам. Нет индикатора зарядки, нет второй батареи и возможности оперативно менять их, несовместимость с насадками предыдущего поколения, не хватает короткого шланга в комплекте, марка – основная трубка, хлипкое соединение блока циклонов к корпусу, турбощетка требует более тщательной очистки, маленький объем аккумулятора. Даже со щеткой косточку от вишни не соберет, она не сможет пролезть в щель между полом и щеткой. Теперь перейдем к положительным отзывам, которые иногда пересекаются с отрицательными. Уборка сократилась по времени в разы. Очень удобный, компактный. Сила всасывания супер. Ковер очистил так, что не узнать. Хорошая эргономика, низкий уровень шума, эффективная фильтрация циклонами, удобная док-станция для зарядки и хранения пылесоса и насадок. Можно убираться в машине. Если вы стали владельцем данного беспроводного пылесоса, поделитесь в комментариях своим мнением о данной модели. Напоминаю, что ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. Всем пока!